Друзья, всем привет! Сегодня у нас воскресный день, прекрасная солнечная погода. И мы, короче, утром проснулись и думали, чем же нам сегодня заняться, как бы полезно провести день. Потому что в основном все закрыто, и никуда особо не пойдешь, никаких полезных дел не сделаешь. Вот, и мы решили этот день посвятить отдыху на природе, скажем так. Вот, я вспомнил, что недавно видел одного блогера в Инстаграме, он советовал локацию неподалеку от нас, ну как неподалеку, в районе 200 километров на машине нужно ехать. Там есть очень красивое озеро, там горы, не такие холмистые, как у нас, а именно настоящие горы, вот, и очень красивое озеро. Вот, по крайней мере, по его видео и по видео, которое мы смотрели на ютубе, там реально очень красиво. И плюс на этом озере есть возможность купаться, по крайней мере, так рассказывают, так описывают. Поэтому сейчас собираемся и двигаем, заедем на заправочку. Вот, ехать нам где-то 2,5 часа. Сейчас у нас обед, как раз самый солнцепек. Будем ехать в машине, как раз дети поспят. Под кондиционером все будет хорошо, а туда уже приедем, чтобы там сильно не жариться, уже может быть немножко солнышко спадет, и будем кайфовать, надеюсь. Так что, кому интересно, давайте с нами. Все, добрались, мы припарковались, сейчас идем без вещей, пока узнаем, где тут можно, где тут пляж есть, где тут вообще купаться можно. Вот такое это озеро. Это, кстати, ребята, Альпы. Так что вот теперь мы побывали в Альпах. Сейчас надо пойти разобраться, где тут что, где тут можно плавать, где не можно, где можно купаться. Ну красота, конечно. Вода такого изумрудного цвета. Да, это красота, конечно, неописуемая. Озеро, и там вон вдали горы. Это, конечно, бомба. Но мы не здесь паркуемся, потому что здесь вот для лодок причалы. Вот, а нам пляж надо где-то дальше искать. Теплая вода, да? Очень. Да, вода прикольная. И чистая такая. Уточки плавают. Да, нам надо где-то дальше. Поехали, не будем время даром тратить. Идем дальше искать. Классно? Горы, конечно, завораживают. Там где-то еще замок какой-то должен быть на этих горах. Вот нашли мы такой пляжик. Зеленая травка, классная, такая вообще мягкая, к ногам уже подстилочку расстелили. Девчонки пошли вам воду пробовать. Переживают, боятся. Дно такое из гальки, песчано-гальчистое, не болото. И вот с такими вот видами. Это вся красота. Просто неимоверно. Вода красивая такая. Все, девчонки накупались, легли греться на солнышко. Мишань, ты накупался? Да, водичка, конечно, здесь прохладная такая, наверное, из-за гор. Хоть на улице достаточно жарко, вода такая, не каждый стерпит, как говорится. Поэтому мы долго здесь купаться не будем. Сейчас чуть обсохнем и пойдем дальше, будем гулять. Там какой-то есть театр красивый на побережье. Будем по тем красотам гулять, рассматривать все. Там вон есть замок, но отсюда его видно не будет. Да, он там далеко-далеко.
на том берегу. С театра его должно было будет видно. Должно быть видно. Мы попробуем оттуда снять. Пока обсыхаем. Наслаждаемся солнечными ваннами. Смотри, да? Как уселся. Ты тоже, Мишань? Тоже наслаждаешься солнечными ваннами? Все, мы накупались уже. И проголодались немножко, сели тут в местной кафешке перекусить. Заказали вот картофанчик. Вот такая вот, три разных блюда. Типа бургера с сосиской, картошка фри с сосисками и водичка. Все это в 20 евро нам обошлось. Еще относительно недорого. Сейчас перекусим и поедем дальше гулять. Все, перебрались мы на следующую локацию. Возле театра. Какой-то театр это. Мы так понимаем, что это театр. На берегу озера. Здесь вот такие красивые аллеи. О, вертолеты летят. Пожарные, наверное, или скорые. Скорая помощь, наверное. Вот, и здесь. О, так здесь тоже купаться можно, смотри. Вот мы олени, труба. Ты посмотри, какой он здесь чистый и насколько он здесь лучше. Смотри. Обалдеть. У нас такого нельзя. Посмотри, с одной стороны театр. Да, вон, вон театр. Купальников. И напротив купаются. Обалдеть. У нас явно такое бы не разрешили. О, так что, мы идем купаться? Кстати, да, я сегодня не купалась. Красота, конечно. Пойдем, вот люди себе в этих аллейках раскладываются и сидят. Никто не запрещает. Да, прикольненько. Вон, кстати, на том берегу лучше видно уже замок. Вон там вдали виднеется. Что там, бассейн какой-то? Возле озера бассейн. О, там рыбки есть. Не, не рыбки. А вон красные. А, это ржавчина. А, он мелкий. А не смотрите, что такое чисто. Лужица. Ну я удивлена. Да, прикольно. Ну все, поехали туда дальше. Интересно, вода тут теплее или нет? Девчонки пошли на проводить эксперимент. Прохладно? Так что, будем еще тут купаться? А мы здесь будем? Да, можно мы тут купаемся? Можно, мам? В таком большом озере мамашка плывет с утятками. Прикольно так. Гребут желтенькие, один черненький уже. Шустрые такие. А я только дрон выключил, блин. Ну, я бы, наверное, напугал дроном их. Гребет семейство. Что самое удивительное показалось нам на этом озере, вроде бы красивейшее озеро, на берегу театр расположен, но удивительно, что на берегу этого театра, на берегу озера люди купаются, и мало того, что они купаются, они еще тут голышом купаются, нудистский пляж устроили некоторые особи, и это просто, это при том, что в Германии есть закон, что нельзя, вплоть до того, что ты у себя даже дома топлес не можешь загорать. Для этого должны быть только специально отведенные места, специальные пляжи. А здесь прям напротив театра устроили раздевалки. Такие мы детей отворачивать начали, потому что это просто капец, не стесняясь вообще никого. Вот. И мужчины, и женщины. Да, и мужчины, и женщины ходят, трусят своими принадлежностями. Это, конечно, не знаю, на запись дрона вроде бы не попадал никто из них, но можете поверить на слово, это так и есть. И это немножко нас удивило. Такая вся законопослушная Германия, и тут такое просто, это даже не в каком-то диком лесу, это прям вот, блин, напротив театра, это культурное место.
Да, при том, что это даже не официальный пляж, это просто люди так вот решили себе на этом бережку купаться и купаются. Поэтому Германия, Германия рознь, ребят. Не все так хорошо. Ну а на этом, ребят, мы будем прощаться, завершаем наше путешествие. Нам домой еще пилить 200 километров. Уже 7 часов вечера, уже подустали все изрядненько. Под конец уже дети хандрить начали. Вот, поэтому будем завершать наш видосик, нам очень понравилось. Красота, конечно, неимоверная. Смотри, кто это? Где? Это овечки? А, да, маленькие овечки. Идем посмотрим. Ничего себе, возле театра овечки живут. Это просто труба. Просто капец. Ой, смотри, большая овца, мама. Да, овечек разводят. Ничего себе. Скок-скок. Обалдеть. Да, это чтобы вы понимали, вот театр, а вот овцы пасутся. О, она еще рычит, она злится, ей не нравится. Это театральная овца. Ты понял? Это главная героиня. Главная героиня пьесы «Где мой баран?» Да? О, смотри. Вышла. Актриса вышла на сцену. Да, ребят, спасибо всем за просмотр, кто досмотрел это видео до конца. Советую посещать такие места, несмотря ни на что, потому что они на самом деле вдохновляют и оставляют такое, не знаю, впечатление, приятность, что не все так плохо в нашем мире, как кажется. Есть очень достойные, очень красивые места, которые стоит посещать, которые на всю жизнь, как говорится, в вашей памяти отложатся. И будете своим еще детям и внукам рассказывать. А лучше все это фотографировать, запечатлять на видео, и вы сможете это все им показать. Так что на такой хорошей ноте будем завершать наше видео. Ну а пока. Всем пока.